Не грусти, твоя рыба в реке. Здесь ее нет. Всем привет. Сегодня воскресенье, 16 июля, еще пока, 2023 года. Вчера мы провели насыщенный день. Так вот, вчера мы починили каракат. И Женька его сюда пригнал. Вот с этим пассажиром. Вчера мы катались за водой. Потом отвезли на реку, лодки накачали. Была поймана первая щучка и отпущена. Поцелована и отпущена. Все, сейчас собираемся на рыбалку. На камеру перестроить на солнце. Очень ярко. Яркость? Ну что, дошли до моста. Сейчас умоемся и. Да? Прием пошел уже. Нам-то еще подкачаться надо. Встану в лодку, да и накачаюсь. Дрюха начинает колдовать. Он уже тут серьезно. Вот он, мост. Женька ушел уже в деревне. Он, наверное, ведро пошел забирать. А ты какой, а? Я вот еще не видел. Зачем ругаться? Я же снимаю. Я, главное, вовремя камеру включаю. И как раз твой... Да. Ну, ты вчерашний. Она не может его заглотить. Это аттрактант уже действует. Она промахнулась. Здесь она. Саня, ты что, вот? Ловец? На подлодку. Да, она уж спустилась обратно. Опа! Я говорю, что она поймает. Это мелочь. Ну и что, блядь? Нормальная мелочь. Это вчерашняя. Все-таки поменять. Я сегодня на этом самом, на паровой тяге. У меня сегодня труба. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ну. Да. Эх, не сильно он, я его, значит, надо вращалочку взять. Окушок бегает. Какой ладошечек? Здесь эти бобры муть-то поднимают.
очках. Вот. Мушки тоже очки одеть. Вы же все в очках, будем очкариками все. Тут такой красивый рыбак в очках такой. Видали, как он махает удочкой туда-сюда, туда-сюда. И никто ведь не оценит. Ну, ну, Женя, ну давай что-нибудь, ну, на видео. Вот что происходит, когда не подкачаешь лодку на берегу, да. А тут у нас скатерть-самобранка постепенно на это самое. Короче, все. Не-не. Силы покинули. Да нормально. Может, ты крышу воталяще делать? Ты же можешь, в принципе, вот так вот путь носом вперед, тебе легче будет проходить эти самые. Ну, оно как бы так. Ну, у тебя этот просел, бон. Так-то хорошо, все, в тенечке идем. Вода, конечно, мутная. В мутной водичке что-то водится, да? Да не, щупарик. Да ты куда выпрыгиваешь? Из-под сака. Так. Сейчас он будет ее целовать. Обнимать. Он же говорил, только ты не отворачивай. Ай, да куда ты все это делаешь-то? Как ты там? Да, размер. Размер имеет значение. Я только вспомнил, говорю, про закон Паучи. Надо исполнять. Видите, вам поперло. Я-то на веслах, я занят. Да, раньше здесь всегда и малость. А вот они, стрекозки, летают. Летают. У них брачный сезон начался. Здесь уже не будет, да, рыбы? Вот и первый пешкодрав. Смотри, надо этими камнями спокойно проходить. Что, меня потащишь, что ли? Мне, наверное, выходить тоже надо. Давай я выйду лучше. Кто-то должен разминаться. Я тебя катаю? Катаю. Ну, Женя уже попер, попер. Рюхи что-то бахнуло. Сыграло. Окунь был, нет? И косогор. Что-то есть, значит, тут. Там вода мутная. Промахивается. Сил-то нет уже. Вода теплая. Легка была у меня. Выход. О, вот она. Все, приходится делать самому. Не, ну такая
Окульская? Я уже начинаю видеть на дне камни, что же более или меньше. Мысли нет. То же самое, блин. Тоже как будто бы что-то такое. Ты ближе, тебе видно, виднее. Стрекочет кто-то, стрекочет. Вот, Женька опять кого-то. Не зря мы ему дали. И... Ну, а подсак тебе для чего? А, только для большой. У него самая большая щука сегодня. Хорошо сдержался или как? Да, она на 2 взяла. Ну вот видишь. Подавай свою. Подавай. Так, подавай. Подавай в этом. В подсаке. Я достану ее оттуда. Да. Греби отсюда. Смотри, какое там гнездо. Не, вон. Ага. Хрен знает, кто там. Но гнездо. Давай, нормально. Вот второй, бери, прям. Вот второй, затягивайся. Замотало. Да еще мой тут подсак. Иди сюда, иди. Подожди. Посадки на моей лодке. Это будет, конечно, наверное, не он, да? Хрен знает. Фокус-покус. Я отцепил уже, говорю, еле-еле сидел. Такой вот он перекат длинный.
не вносит, не вносит. Ну, маленький. Не большой. Я здесь. Играет с нами в прятки. Что-то ты тут думал. Поближе не надо. День трезвости. Вот Андрюха поймал только что, а я и не записал. А то жаловались, что не клюет. Да, ничего тут не ловится. Вон Женька вчера тут ее дрочил. Это другая. Ну и что? Он ее пытался? Пытался. Ну, вот Андрюха и вертится. Женя, стой. Раз, два. Женька, стой, говорю. Андрюха, здесь нету ничего, тут вообще мель. Ему никаких канавок тут даже нету. Оно есть. И как бы ты без подсака ее выдергивал? Сейчас такой Женька по привычке целует и выбрасывает. Не ломай! Зачем ломаешь? У нас же этот мешок есть. Ну-ка, где ты там? Подожди, не бросай, у нас мешок. Ушла? Я даже не успел камеру включить током. Попахивает тут чем-то. Все, муть поднимаем. Женька там как на удочку уже ловит, смотри, сидит. Все. Нет, у него перекур просто. Ну, когда речка будет? А? Речка-то когда будет? Еще далеко. Разве вот не сейчас? Не. Кто будет? Ну, речушка такая небольшая будет впадать. Ну как, ручей. И вот там живет большая, да, которая меня наколола, да. Сначала будет то место, где я видел этого. Здесь как скажи? Росомаху? Росомаху. Потом, ну, чутка, да. Потом чутка ниже, где мы с Вовкой медведя нахрен послали. О, кто-то есть, пытался снизить. Не было никого. Облако. Белогривый, белошелки. Где? Надо меня кушать, блядь.
Никто не бегает, только лодка бегает. О, он перешел на это. Нет, надо беленького, беленького поставить. Когда? Туда надо бросать не траву. Я бы вам показал, да, занят я. Занят я, занят. Как занят он? Я снимаю видео. Кто-то же должен снимать вашу неудачу. А то, что вы там все тащите, у вас там все хорошо. А что ты думаешь, там дальше хорошо? Все, давай уже залезай, мазай. Сапоги черпать не надо. Вернулась и пошла. Тихо, тихо, тихо. Паровоз-то, а? Немножко подкрути. Вот сейчас надо заебить. Да тихо ты. Еще рано. Ушла, нет? Морская рыбалка. У тебя-то пацан далеко? Блять. Тихо на...
Да подожди, подожди, подожди. Блять, это двушка на, блин. Подожди, садись. Она за бревно, чтоб не зашла. Иди сюда, сюда, сюда. Сюда, ко мне, ко мне, ко мне. Дай мне, пацан. Че, за ней должен грести, что ли? Вот сам, блин. Ансамбль. Бля, так это трешка, наверное. Опусти туда-то, блядь, опусти туда к себе. Отодвинь жопу. Как я ее увидел, а? Я говорю, я буду укрупняться. Я цепилась. Нет, это трешечка хорошая. Тихо, 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 тихо. Понятно, насколько. О, Саня Егорла, бля. Шиба-ба-бара-бара-бара. Сейчас будет что буянить тут, да подожди, еще будет стоп. Ну, очень хорошая. Ты видишь, нет, чук хороший. Так зачем ты к ней плывешь-то, блин? Надо отплывать. А ты такой вот-вот-вот такой и гребет к ней, блин. Знаете, что она сделала с моим воблером? Выпрямила. Крючки все разогнуты. Как это... не ушла, вопрос. Да вот за него еще, да. Тут у нас сейчас праздновать и праздновать. GoPro 100 видео. Очередной. Очередной перекат. Пешком. Переходим. Андрюха работает. За Гулливера. Да нет, тут кто-то много ест. Ты хочешь пойти по камням? Ну пройди по камням, давай, пускай все. Смотри, тебе виднее. Да, 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 да. Да я подплыву. Тут села в камушках. Сейчас разверну. Чик. Чиполлино. Чиполлино. Это вот со Мишкой, наверное, штуки 4 поймали. Где там муточки? Да, не клевала, не клевала, потом закрывала. Вот это самое тут. Перепады-то вот. Что она здесь? Она здесь есть, только ты не туда забрасываешь просто. Щука с руку. Гоу, просто видео. Ай, маленькая. Да. Еще одна. Была. Еще одна такая была. Такая же. Травина. Два раза. Ну ладно. Теперь вот. Ну хорошо, мы ее разводим.
Относительно. Это глубоко, но такой. Сейчас метра полтора может где-нибудь есть. Чуть-чуть, скорее всего, вытекает, она тут как свежая водичка. Ну что, поехали к Межному. Он ручей и с Межного, и соединяется с этим болото. Ну там есть озерцо посреди болота. Как она, речка-то? Я же говорил. Яковица. Ой, Женя, ты, блин, все испортил. Блин. Рыб. Предупреждали же. Возьми нормальный воблер, потому что большая крупная рыба, блин. Он взял самую маленькую туда. Она просто усохла от голода. Была большая. Государственного управления, мало ли что ему могут подумать про него другие бывать. Во-вторых, нам тоже нет резона, чтобы в жандармерию ходило слишком много людей, не состоящих на службе государя-императора. В-третьих, и это главное, сие придумал некто в столице и утвердил. Кстати, за мной отход. Есть-то есть, но кушать не будет. Сейчас пойду, там уже водички посвежее там. Опять. Еще рано. Рыба есть, только она что-то не хочет есть. Идти вон там по траве. Ну, плотненько. Да было как-то глубоко у этого берега. Еще все траву заросло. Ну ты там нету перед нами камней-то? Мне надо оп плыть, и чтобы мне и балдер там оп плыл. Я
раз идет человек, видишь, он бревно прижал. Нам с ним ну никак бревно не перетащить. Может мне выйти все равно? Тут еще этот самый Мишка тащил. Тогда. Выходи. Я ходил так по самому берегу только. Тот-то много ест. Как бы типа ее посылает, иди, сходи. Может. Будешь чистить. Самое интересное, что сюда бросал. И никто не вышел. Мы уже скоро подойдем к нашему омуту, где мы будем смотреть, как Андрюха червей кормит, скармливает, вернее. Да, слепого какого-нибудь еще там. Ёршиков не было. Туда-сюда проведешь. Раз-два. Давай вылезай уже. Может стоять. Он может вот здесь стоять, видишь, глубина. А? Что, стоял? Да. Большой? Ну, значит, надо с берега его ловить. Ну, сверху. Куда кинул, туда и вылетел.
меня это еще поэта идет. Верность. Верность и здоровье. С щукой, да? Сколько у него? С рогой. Так, на сегодня рыбалка закончилась. Это было воскресенье. Рыба отдыхала. Рыба отдыхала, как и мы. Вот они, братья, по-разному. Ну что, самый сильный у нас сейчас Андрюха. Она шли самого сильного. Самого смелого. Там червей столько. Оставили. Ладно, все, по тропе тайной уходим. Середина июля. Печки. Место называется печки. Вот здесь было поле. Я по нему ходил в детстве, когда оно начало зарастать. Мы тут собирали грибы. Сейчас сухое лето. Грибов что-то нету.